Привет всем патриотам Азербайджана, сильного и могущественного Азербайджана. Хочу прокомментировать новость по таким заголовкам. Ишхан Вердиан: Баку вернет весь Карабах за пару месяцев. Цитирую новость. Популярный блогер и активист комментирует вопрос, к чему идет Армения, станет ли страна частью России. На днях известный армянский бизнесмен и общественный деятель Рубен Варданян произнес вслух идею о возможности присоединения Армении к России. Куда сегодня движется Армения? Должна ли она стать частью России или все-таки есть шанс остаться в цивилизованном мире и строить добрососедские отношения с Азербайджаном и Турцией, чтобы предотвратить полное поглощение Россией? Что важнее, борьба за сохранение Нагорного Карабаха или независимость самой Армении? Понимаете, друзья, я боюсь, что Армения уже нафиг никому не нужна. Вообще. России еще не хватало датировать Армению. Россиянам очень скоро будет не до Армении. Для россиян сейчас на повестку дня выходит вопрос банального выживания. Западу также наплевать на Армению. Запад сейчас выделяет огромные ресурсы для Украины. И никто из западных стран не собирается заниматься проблемами Армении. Живет Армения, сдохла Армения, всем плевать сейчас. Запад дрожит перед возможностью столкновения с Россией. И поэтому они сейчас делают все возможное, чтобы Украина выстояла в борьбе с Российской Федерацией. Ну а Турции и Азербайджану также армяне не нужны. Единственное, на что могут рассчитывать армяне, так это на то, что по крайней мере Зангезур станет азербайджанским. Я думаю, что в любом случае армянам в Азербайджане будет жить легче, чем тонуть вместе с Россией в болоте нищеты и позора. Армяне в Зангезуре еще будут проситься в состав Азербайджана.